Для осуществления разностороннего художественно-творческого развития и эстетического развития детей в нашем дошкольном учреждении детский сад номер 20 «Рябинушка» организована и работает уже несколько лет художественная студия «Маленький художник». Я руководитель этой студии Лобова Ирина Адольфовна. Наша студия... Для осуществления разностороннего художественно-творческого и эстетического развития детей в нашем дошкольном учреждении детский сад номер 20 «Рябинушка» организована и работает уже несколько лет художественная студия «Маленький художник». Я руководитель этой студии Лобова Ирина Адольфовна. Дети с удовольствием посещают занятия в студии. Занятия интересны и полезны. Студия организована в отдельном помещении и эстетически оформлена. И вот эта эстетическая и развивающая среда уже настраивает детей на творческую деятельность. Наша студия включает два помещения. Первое помещение – это помещение, где хранятся художественные и изобразительные материалы для занятий. Также с промаркированными ячейками. Также имеется умывальная зона, которая предназначена для гигиенических целей. Следующее помещение – это именно сама студия. В этом помещении организуются и проводятся занятия по продуктивным видам деятельности. Наша студия имеет необходимый материал, оборудование и пособие, чтобы дети смогли рисовать. Надо им кисточки и краски в руки дать. Как художники они смогут творить? Надо этому их научить. В нашей студии имеется красочный, эстетически оформленный наглядный демонстрационный материал, папки, технологические карты, альбомы, дидактические игры, игрушки, методический материал, детские книги. Все это хранится в определенном месте, в определенном порядке. И для удобства нахождения имеется у нас картотека. Для того, чтобы дети смогли творить, на занятиях у них предоставлен весь изобразительный материал, которым они могут воспользоваться на занятии. Результаты нашей творческой деятельности мы можем показать родителям и детям на выставках, в группах и в холле детского сада. Также для того, чтобы повысить эффективность занятий, используются технические средства. Это музыкальный центр и компьютер. Детям очень нравится, когда во время занятия используются музыкальные сопровождения и компьютерные презентации. За участие в городских и окружных конкурсах мы с детьми имеем призовые места и награждены грамотами, дипломами и свидетельствами, что видно на стенде почета. Мне хочется пожелать всем творческих успехов. Лишь только творческий, заинтересованный и устремленный педагог может увлечь детей в мир фантазий и чудес. Спасибо за внимание. Четко в 3 минуты.